Шкура ТВ 12. 12 Шкура ТВ. Друзья мои, добро пожаловать на ток-шоу «Шкура ТВ». Сегодня в эфире у нас 12 выпуск, а я рассказываю о своем обучении в школе блогеров Александра Борисова. Поехали! Давненько не записывал «Шкуру ТВ», решил писануть чуть-чуть, потому что у меня забрали камеру, а сейчас она появилась, и я снова в деле вроде как, можно что-то записать. Тем не менее, значит, за прошедшее время, это уже месяца полтора, наверное, а то и два прошло, я публикую регулярно контент на сайт, как завещал великий Борис. Контент публикую ежедневно, но вот что-то прироста посещаемости особо и нет, если честно. Сам Борисов говорит о том, что такая раскрутка сайта и такое продвижение может занимать до 8 месяцев. А еще есть версия, что лето на дворе и люди мало сидят в интернете, отсюда как бы трафика на сайт не очень-то и много. А еще из интересного, я заработал денег на своем сайте. Ну да, вот первые деньги, собственно говоря, упали. Если вы видите, у меня там на сайте появился баннер «Школа удаленной работы», я его разместил, и люди зашли, перешли, оплатили обучение, а я заработал комиссионных 3200 рублей. Охрененно, я богат. А что еще такого интересного вам рассказать? Я, честно говоря, не знаю, что вам вообще в «Шкуре ТВ» рассказывать и вообще смотрит ли ее кто-нибудь. Вы там это, хотя бы комментарий черканите где-нибудь внизу и спросите меня, что рассказать. А вообще, если хотите смотреть «Шкуру ТВ» побольше, то участвуйте в донейшене. Я собираю деньги на новую камеру, на новую зеркалочку, которая будет регулярно записывать новые выпуски, как «Шкуру ТВ», так и все остальное. В ссылке под этим видео есть необходимые условия участия в донейшене. Люди добрые, пожалуйте, рублей 300 или сколько там, не жалко. Говорят, сиськи продают. Вот вам, вот. Это была 11-я «Шкура ТВ», я стоял под калининградским дождем, а он на меня лился, и маечка моя становилась все мокрее. До встречи в новых видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вообще пишите что-нибудь. И хватит лить воду.